Такой вот у меня получился солнечный концентратор со спутниковой тарелки. Давайте немножко по конструкции. Значит, низ у меня сделан из велотренажера. Дальше идет профиль металлический. Здесь, значит, я буду устанавливать сковородку. Эта штука вывесена, чтобы всегда занимала горизонтальное положение. Значит, этот у меня газовый амортизатор от машины. Здесь, значит, у меня регулировка выше, ниже. Так, а здесь вот открепить, можно поднимать дальше, ближе. Это для установки фокуса. В фокусе, в общем, пятна нагрева. Спутниковая тарелка у меня не очень большая, эллипсовидная. Где-то метр на 1,20 м, что ли, она. Значит, крепится она сзади за свои посадочные места. Вот таким образом. И угол относительно горизонта или солнца то же самое можно регулировать. Это вот винт от домкрата. Вот таким образом. В общем, таким образом я выставляю, чтобы здесь вот пятно на дне было максимально жарко. Значит, пленочку я еще не снимал. Вот видите. Зеркала — это просто обрезки пластиковые. Вот я их так наклеил полосками. Будет время обеда, пожарче будет. Я тогда сниму пленочку и будем пробовать с вами готовить на солнечной энергии, самой чистой энергии. Ну, естественно, основная цель этого концентратора — это попробовать, можно ли готовить на солнце. Тут у меня вот гуляют курицы. В обед я добуду у них пару яичек и будем пробовать жарить с вами яички на солнце. Петух тут у меня горло дерет. Такой вот боевой, с огромными шпорами. Нападать будет сзади, когда от него уходишь из-под тишка. Такой вот подлец. Ничего, скоро мы с него супчик сделаем. Так, ну вот, курочка уже постаралась. Снесло яичко свеженькое для эксперимента. Ну, я думаю, одного хватит нам попробовать-то. Вот, не наесться, а эксперимента ради. Так, значит, поставил я вот сковородочку с крышкой. А, нагрелась. Сковородка у меня чугунная. Такая вот черная. Черная снизу. Настроил тут пятно освещение. А, крышечка. Здесь у меня как бы получается пятно. Оно немножко вытянутое из-за того, что тарелка эллипсом. Вот видите, здесь вот еще пучок по центру идет. Ну, по-другому настроить как бы все.
Все, солнце не получается на дно настроить. То есть оно либо взад уходит, либо вот здесь вот вперед будет чуть-чуть. Идеально это, конечно, была бы кастрюлька сантиметров 10 по высоте. Но поскольку я буду жарить яичко, сковородка, кстати, вот тоже дымится. Налью немножко масла. И подожду минут 5 хотя бы, чтобы прогрелось. Хотя масло уже дымится. Так, значит, пленочки я пока не снимал. Потом еще пленки. Сейчас попозже сниму. И уже прилипает. Что-то не сниматься. Это оно на горячее, наверное. Плохо снимается. Ну ладно. Вечером сниму. Так, сегодня небо безоблачное, солнце жарит жарко, но на улице так в тенечке прохладно. Ладно, вот прошло, значит, сколько тут, минут 3, наверное, прошло. Вот яичко, сейчас я его сюда, опа, ух ты, ну, вы видите, как оно забурлило-то. Вот через 3 минуты. Время сейчас где-то после обеда. Часа 2, наверное. Так, если будет так активно жариться, может быть, даже не накрывать крышки-то. Ладно, накрою. Чтоб сверху тоже прожарилось. Тогда время засеку, сколько она будет жариться. Так, ну вот прошло минуты 2-3. Крышку сниму. Вот он даже поджаривает, видно. Ну еще чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. Ну все, вот эту сковородку я уже снимаю. Я думаю, она уже готова. Сейчас пока поставлю сюда, то сгорит. Есть у меня еще вот картошка. Вот, сейчас я ее почищу. Усложним, так сказать, задачу. Так, вот яишенка. Сейчас переложу я ее в тарелку. Ну-ка, о! Видно там? Ничего себе. Поджарилась как. Да не, она уже готова. Быстро. Вот на газу. А, крышка горячая. Ладно, яичница пока полежит здесь. Я буду чистить картошку. Так, картошку сейчас я нарежу кубиками. Не, не кубиками, прямоугольничками. Значит, сковородку я поставил пока греться. Пускай греется, она там с маслом. Ничего не сгорит, наверное. Толсто резать не буду. Потоньше нарежу. Все-таки на солнце жарить. И сейчас с зеленым лучком попробую зажарить картошку. Ну, картошка не яйца, сами знаете. Не быстро она жарится. Я на таком солнце как бы не подгорела. Так, теперь лучку подрезать. Только что с грядки. Хватит, наверное. Ну что, не будем затягивать. Закину-ка я картошечку. Лучком. Так, наверное. Я надо масло добавить. Масло.
Решаю-ка я ее. Да, каток смеется. Жарится. Корочка вряд ли будет. Ну, хотя бы так пожарил. Закрою-ка я крышкой. Одна оставлю. Одна пять. Так, ну пока жарится картошка. Надо попробовать яичко, как оно все-таки. Готовилось на солнышке. Вкуснее. Или не вкуснее. Вкусное. Ну, домашнее это оно. Само по себе вкусное. Так что. Даже пережарил. Чуть-чуть поменьше надо было. Ну, в общей сложности, можно сказать, минуты 3 максимум. Может даже не закрывать. Крышкой. Ну, будет такое желтенькое сверху. Жиденькое. Как я люблю. Вкусно, вкусно. Ага. Картошечка там слышно. Надо пойти посмотреть. Активно как-то зашипело, блин. Так. Нет, похоже, корочка все-таки будет. Ух ты! О, видите, вот. Вот она, корочка-то, вот. Ну, с одного края. Куда вот солнца нет. Вот еще и хорошая такая корочка. Где солнце попадает, там она и жарится. А здесь вот холодная, вот здесь вот. С этой стороны хуже. Настроить пятно. Пятно. Ну да, как-то оно все вот в этот край. Сейчас я немножко пониже, может быть, спущу. Вот, вот так вот. Так, ну вот. Яичко-то я, можно сказать, и съел остатки. Вкусное. Я хоть обедал, но все равно вкусно. Вкусно и приятно. А, надо лучку немножко зелененько добавить. Было бы еще вкуснее. Так, прошло. Прошло, наверное, минут 10-12. У меня такое впечатление, что она уже готова. Надо попробовать. Получилась такая поджаристая. Смотри. Смотри, такая как бы мягонькая. Ладно, надо попробовать. Наверное, готова. Да, готова. Интересный такой вкус получился. Там какой-то мягкий вкус. Необычно. А, некоторые еще с сыринкой. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть надо еще подождать. Ну, это три. Все, я ее солнце снял. Вот она какая, думаю, уже готова. Крышка горячая. Сейчас мы ее в тарелочку попробую. И на этом, я думаю, на сегодня хватит. Сделаю вторую часть. Там что-нибудь еще пожарю. Может, сварю. Так, ну ладно. Меньше разговора, больше дела. Попробую. Ну, все вкусное. Такой оригинальный вкус. Как бы очень мягкий. Может, масла просто много. Ну, вообще вкусное. И довольно быстро. Хотя тут немного.
Ну, 15 минут максимум. Хотя я еще пленочку еще не снимал. Ну, вечером сниму. Попрохладнее будет. На второй части попробуем что-нибудь еще. Пока вы мне, может, там напишите, что бы вы хотели, чтобы я пожарил, а может, сварил. Ну, еще вкусно. Ну ладно. Ребята, всем пока, девчонки. Кому понравилось, там делайте, что надо делать. Кому не понравилось, ну, извиняйте. Как есть, в общем.